Понятно, что за эти годы, за 60 лет, менялась история страны, менялась история города, менялась и судьба городского совета. Сегодняшний день действует пятый созыв городского совета. В нем состоит 20 депутатов. Надо сказать, что городской совет всегда был представлен широкими слоями населения городского и был в большей степени многопартийный. Так и сегодня он представлен тремя фракциями. Это депутаты «Единой России», депутаты «Патриотов России» и депутаты от ЛДПР. Сегодняшняя деятельность городского совета – это в большей степени законотворческая деятельность, связанная с принятием нормативно-правовых актов. Например, в течение этого года, предыдущего, важными решениями в части нормотворчества были утверждение положений, новой редакции положений об Общественной палате города и положение о присвоении звания почетный гражданин города Назарова.